первого дня в Австралии. Мне крупно повезло еще до того, как я прибыл в Австралию. Потому что в интернете я нашел человека, который предложил пожить у него несколько дней. И с первых шагов моих в Австралии я уже знал, где я буду первых 3 дня жить. И вот я прибыл в этот дом. Он находится 18 километров на север от центральной части города Сиднея. Сейчас я вам его покажу. Классический австралийский кирпичный дом. Дом на земле. Вот мы сразу видим, вот мы заходим, это ворота. Особенность, что ворота вообще, по-моему, смотрите, никогда не закрываются. Они там вросли. Ворота есть, но они вросли в землю и не закрываются. Вот здесь вот есть такой небольшой садик с бассейном. Угу. А это вот сам дом. Вот это один вход основной. А вот там, где стеклянная дверь, вход через веранду. Я хожу, я пойду в этот дом через веранду. Вот такой вот замечательный австралийский дом.